Ты бесчестная крыса, подрезал меня на своей ржавой телеге. Не подрежешь, не проедешь. Ты поплатишься за свою дерзость. Отец. Запомни, сын, никогда не подрезай тачку, в которой едут якудзы. Отец. И самое важное. Когда меняешь амортизатор в машине, меняй пружину. Что? Да, а то люди меняют их порознь и не понимают, какого хрена все так плохо работает. А нужно сразу и то, и то. Японские традиции от отца к сыну. Меняешь амортизатор, меняй пружину.